You don't have to cry because you're safe with us in the house. Yeah.
точно. Или только не в центре стоит, там чуть-чуть где-то, да, начинает. Может накрыть немножко. Да. Ну что, диджейс? Давайте помоги. Четвером диджейсе. Давай.
Так что, Марин, не переживай, если что, даже хаусеры могут хип-хоп тоже танцевать, случайно, неожиданно. Судья, раз, два, три. И так, пусть проходит дальше. Следующий батл у нас, Мэнни Стайлз и Горбатый. Против Альфы и Пальмы. Альфа-Пальма. Мэнни Стайлз, Горбатый. Что, вы выясните, стоит Горбатому сменить ник или нет? Решите, решите сегодня этот вопрос. К финалу надо все-таки определиться будет. Thank you.
4, 3. Mental Garbani. У нас тройной батл, из которого, наверное, мы выберем одну команду, которая не пройдет, и сделаем нормальные два полчаса. Живака и Энтони. Attention и Эклера. Attention, да? Attention. Ну, тут написано вообще. Эпек. Так, зачем? Эпекшн. В итоге. Причем все на «э». Энтони, Эклера, Attention, and Rock. Очень популярная буква стала на тусах нынче. И Билл Мюррей and Rock, да? Ну вы куда встали? А, от вас музон будет качать. Погнали, да? По одному выходу хаоса. Живаго, Attention и Билл Мюррей. Thank you.
аплодисменты. Классный трек от диджея Шаги. Нет, нет, он уже, видите, тут на тарелке все уже получается. Судья выбирает ту двушку, которая не проходит. Окей? Раз, два, три. Эклера. И Attention не проходит дальше. Следующий батл у нас... Секунду. Билл Мюррей и Эндрок против Киткат и Дуз. Готовятся Мэнни Стайлз, Горбатый, Живаго и Эстер. Thank you.
perché andrà con noi a Vercelli. Знаем, кто же вышел в финал. Вместе посчитаем. И раз, два, три. Как быстро проходит дальше. В финале. Второй полуфинал. Бенни Стайл, Горбатый. Версус, Живаго и Энтони. Также по одному выходу. Let's go.